В числе первых гостей Клавдии Леонтьевны Максимовой в день ее рождения мастера Тамбовского колледжа торговли, общественного питания и сервиса. Волонтеры посчитали, что в такой день Клавдия Леонтьевна достойна выглядеть и чувствовать себя по-настоящему на высоте. Это улыбчивая женщина, жительница блокадного Ленинграда. Будучи студенткой техникума в 41-м, она была вынуждена на время бросить учебу и окончила курсы медсестер, а после устроилась на работу в госпиталь. Позже все-таки пришлось эвакуироваться в Свердловск. Там Клавдия Леонтьевна закончила обучение и вышла замуж за военного. Разъездов было немало, но встретить старость женщина решила в Тамбове. Здесь и празднует свое 99-летие. Я часто думаю об этом. Почему? Меня и блокаду прожила. Почему я так дожила? А я потом подумала, что я очень ко всем относилась с уважением, не злилась никогда. Не было у меня врагов. Сколько бы я ни жила, я помню, мы, ведь знаете, как раньше, на общих квартирах жили, по две, по три семьи. И у меня никогда не было врагов, мы всегда прекрасно жили, друзей много было. Вот я и подумала, вот, наверное, мне так Бог отвел, что я вот живу так. Макияж, прическа и маникюр – своего рода дополнение к подаркам от регионального управления соцзащиты. По инициативе ведомства в этом месяце в регионе запустили акцию «Салон красоты на дому». Людям почтенного возраста теперь всегда доступны услуги парикмахера, мастера по маникюру и подолога, независимо от того, насколько они активны и мобильны. А пока Клавдия Леонтьевна оценивает новый образ, поздравить именинницу спешит руководитель управления соцзащиты Анна Орехова. Мы вам очень благодарны за то, что вы такая счастливая и красивая, живете с нами в свои 99 лет. Супер красавица. Мы вас поздравляем и надеемся на 100-летний юбилей. В управлении сообщают, что обратиться за услугами специалистов в рамках акции «Салон красоты на дому» можно через соцработника или по телефону 701-222. Юбиляров и ветеранов Великой Отечественной обслуживают бесплатно. Все самые теплые слова сегодня, конечно, Клавдии Леонтьевне. Ну а главное обещание от нее самой встретиться тем же составом ровно через год, когда этой красивой, жизнелюбивой женщине исполнится ровно 100 лет. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, «Область новостей».